Ну, конечно, очень важно для команды пройти следующий раунд кубка. По сегодняшней игре скажу, что игра на самом деле была очень тяжелая, особенно второй тайм. Но ребята выполнили отчасти, как я считаю, установку на игру. Все работали до последней минуты, и удача, так скажу, что удача сегодня была на нашей стороне. Было очень напряженно, конечно, и, честно скажу, для меня это одна из самых сложных игр, наверное, за последнее время, вот, которую я так не припоминаю, чтобы настолько уставал после игры. Но такова наша работа, как бы. Когда-то бывает, что бывает проще, когда-то бывает, что вот такие сложные игры, и приходится как бы находиться в этом напряжении, но самое главное – быть психологически устойчивым в этой ситуации и действовать уверенно и осознанно в каждом моменте.